Георгий Дмитриевич, спасибо вам за такую нелегкую, интересную работу. Ну и со своей стороны, от имени исполнительной дирекции, я хотел бы вам вручить почетную грамоту за добросовестный труд в области географии за подписью президента Русского географического общества Сергея Кужугетовича Шойгу. В нашей передаче сегодня мы расскажем вам о работе Якутского отделения Русского географического общества, в рамках которого и развивается наш историко-этнографический проект «Пути великих свершений». О проделанной в этом юбилейном для нашей республики году работе мы попросили рассказать председателя отделения Русского географического общества Республика Сакай-Якутия Александра Васильевича Горохова. В этом юбилейном году наше отделение Русского географического общества в Республике Саха-Якутия встретило очень большими проектами. Я бы хотел остановиться на некоторых из них. Один из народных проектов, который, наверное, знает вся республика, это проект от полюса холода до Белокаменной, когда двое всадников вышли в самые холодные времена года и прошли более 11 тысяч километров от Якутии до столицы нашей республики. Действительно, мы этот проект сделали как межрегиональный, потому что почти все отделения Русского географического общества приняли в этом участие, и во время перехода, конного перехода, они проводили встречи с общественностью, со студентами, со школьниками, и проводили пресс-конференции про нашу республику, про наших уникальных якутских лошадей. И здесь, конечно же, мы благодарны всем нашим партнерам, которые этот проект сделали на самом деле действительно народным. Примечательно, что этот проект завершился в городе Москве участием в фестивале Русского географического общества в парке Заряди рядом с Кремлем, где была установлена якутская уроса, где были народные ремесла представлены и представлены музеем Ярославского экспозиция на тему уникальная якутская лошадь, культура и быт народа Саха. Эта экспозиция вызвала очень большой интерес. Было подсчитано, что почти 65 тысяч человек посетили за 10 дней фестиваля нашу экспедицию. И Дугуйдан был одним из таких послов нашей республики, который показал всему миру, всей России, вот самобытную культуру нашего народа, связанную с коневодством и традиционными промыслами нашего народа. Проект «Конный переход» он вызвал интерес не только к якутским лошадям, но в целом по аборигенным лошадям сибирских народов. Мы через этот проект познакомились с теми энтузиастами, которые есть на местах. Это Идия Тулин, человек, который содержит более 1000 лошадей башкирской породы. И это и наши татарские друзья, коллеги, которые также занимаются вот разведением татарской породы лошадей. И мы с ними дальше будем сотрудничать, делать совместный проект для того, чтобы популяризировать аборигенные наши породы лошадей. Если говорить вот про развитие этого направления, то сейчас мы будем, конечно, оказывать содействие Дугуйдану в его начинаниях, когда он планирует сделать музей лошади, аборигенных пород лошадей в городе Якутске или у себя в Аймяконском районе. И здесь вот очень важен задел, который он сделал с точки зрения привлечения внимания к этим вопросам, к конному туризму. А наша задача вот, помочь ему в научном наполнении этих проектов и в сопровождении с теми специалистами, которые в этом специализируются.
фестиваль «Русское графическое общество» – вот один из тех проектов, который проводит раз в два года московский, ну, большой, скажем так, большое наше общество головное. И этот фестиваль, он привлекает очень много внимания гостей нашей столицы и тех людей, которые специально приезжают, чтобы посетить этот фестиваль. Там представлены почти все регионы. И здесь особо, конечно, выделяется экспозиция нашего отделения, нашей республики. И большое спасибо, я хочу сказать, постоянному представительству нашей республики в городе Москве, которая фактически, конечно же, вот организовала и дни Якутии во время этого фестиваля, когда выступили наши артисты, выступали наши певцы и представили нашу культурную программу нашей республики. Также проводились мастер-классы. Наши активисты показывали во время этих мастер-классов, обучали игре хомус, проводили наши презентации книг и также показывали фильм. Один из самых больших проектов, которые также проводятся под эгидой нашего отделения, это проект «Пути великих свершений», который идет под руководством Георгия Дмитриевича Никонова, советника главы. И в этом году вышел очень большой проект, фильм в рамках этого проекта «Пути великих свершений», фильм «Дойти края» про Семена Дежнева, который рассказывает жизненный путь этого неординарного человека. И этот человек, который, конечно же, открыл и Берингов пролив, и, соответственно, оставил свое имя в развитии и в открытии географических открытий. Также в этом году начались съемки фильма про Беринга, которые вот проводились на Камчатке, на Командорских островах, у могилы Беринга. Я надеюсь, что тот фильм, который выйдет в последующем, конечно, будет одним из самых интересных тоже проектов, которые идут под эгидой Русского географического общества. Одним из проектов, которые тоже запомнились в этом году и который вызвал тоже общественный резонанс, это путешествие на катамаранах до острова Беннет. Этот проект мы делали 2 года, и в этом году он завершился. В прошлом году из-за ковида, из-за других причин он не был завершен. И вот в этом году наконец-то мы его завершили. И наши землячки под руководством Находкина Николай Александрович дошли до острова Беннет. Такого еще никто не делал, когда на 2 катамаранах достигли острова Беннет наши путешественники. Один из моментов этого проекта было то, что проводилось научное изучение этих северных широт, были взяты образцы биоты и также образцы воды гидрологические, были проведены исследования. Одним из самых примечательных моментов этой экспедиции то, что было установлено спасательное ТИПО, научная станция в виде якутского балагана. У нас есть проект, где мы в самых отдаленных местах хотим вот такие аналогичные базы поставить и предоставить ученым для того, чтобы они занимались исследованием этих отдаленных местностей. Один из таких у нас баз появился на озере Лабынкыр, вот вторая у нас теперь появился на острове Беннет. Было установлено якутское серьге, наверное, самое северное якутское серьге, которое было установлено на острове. И, конечно же, проведены исследования технологий, которые позволяют выживать в таких экстремальных условиях. И эта команда с этим блестяще справилась. Я думаю, что еще предстоит понять все то научное богатство, которые научные исследования, которые будут на этих материалах еще проводиться. Во время экспедиции на остров Беннет был снят очень большой видеоматериал, и, конечно же, мы планируем выпустить фильм об этом путешествии. Я думаю, что она будет очень интересная, и народ, телезрители очень с удовольствием посмотрят. Еще одно
очень интересное мероприятие. Это именно речение пика, который находится в хребте Сунтар-Хаята. Наши альпинисты под руководством Цепанина Георгия Ионовича сделали очень большой маршрут, в котором те пики, которые находятся рядом вот с пиком Колоковского, будут именно речены нашими отцами, основателями нашей республики. Аюнский, Амосов и Барахов. Вот эти все наши имена войдут. И, соответственно, мы, конечно же, будем проводить процедуру большую. И будет через законодательный орган нашей Литумян вноситься соответствующие документы, эти имена. Я надеюсь, что мы когда-то там будем на этом именно месте появиться вот эти пики, которые будут не решены сами именами отцов-основателей нашей республики. К столетию также приурочен один из этапов проведения экспедиции, когда Вилюйский путь, когда из поселка Светлый вышла наша экспедиция и по Вилюю, потом по реке Лени достигла города Якутск. Этот путь повторяет путь казаков, которые пришли вот по Вилюю и затем вверх по реке Лена, повторили вот те первопроходческие пути. И, соответственно, мы популяризируем тот момент истории, когда наша республика входила в состав российского государства. Мы также в этом году издали 3 книги, и эти 3 книги все были посвящены истории нашей республики к столетию. Это первая книга про отца Алексия, который служил на крейсере «Рюрик». Был очень образованным человеком из Среднеколымска, который знал английский язык и присутствовал при спуске «Рюрика» на воду со стапелей. И потом указом императора был назначен священником на «Рюрике». Вторая книга – это книга про якутян, которые участвовали в Первой мировой войне, про тех людей, которые имели георгиевские кресты с очень сложной судьбой. Тоже эти наши герои, которые незаслуженно были, конечно, забыты в советское время, когда про Первую мировую войну не было принято очень сильно вспоминать. И здесь мы вот этот пробел восполняем. Очень много сделано нашими хангаласскими членами нашего общества. Это и Добрянцев, и Киприянов. Те люди, которые действительно вот, положили свою душу в эту книгу и издали для того, чтобы последующие наше поколение имели представление о наших героях. Еще одна книга, которая нами также издана к столетию совместно с Северо-Восточным федеральным университетом, это книга «Топонимы населенных пунктов Республики Саха-Якутия». Более 500 наименований раскрыты и изложены в этой книге нашими учеными из кафедры филологии русского языка, которые, опираясь на данных ученых, на данных ранних публикаций, вот издали такую уникальную книгу, и она тоже очень интересная, когда можно узнать про то, что в наших названиях наших населенных пунктов раскрыто очень много информации. И действительно, вот один из таких, я считаю, что бестселлеров, потому что народ очень интересуется и с удовольствием берет и приобретает эти книги. Мы в этом году провели очень интересный фестиваль «Иисусас». Этот фестиваль приурочен к популяризации материального наследия нашего народа. Если вот нематериальное наследие Олонхо есть Сыха Олонхо, то мы планируем, конечно, этот фестиваль сделать постоянным. И он будет направлен на популяризацию вот такого материального наследия нашей республики, наших народов. В этом фестивале есть направление кулинария, есть направление вышивки, шитье, есть направление кузнечного дела. И мы вот
проведя в этом году в селе Тертёх Таатинского улуса этот фестиваль, увидели, что он очень востребован, что очень вызывает живой интерес у населения. Я надеюсь, что в следующем году мы его проведем более масштабно и более в таком варианте с научной точки зрения более насыщенно. В этом году мы проводили круглый стол во время этого фестиваля. И, конечно же, вот с точки зрения науки, с точки зрения изучения этнографии, мы эти моменты будем более шире смотреть и расширять. Министерство обороны совместно с Русским географическим обществом изучает те аэропорты, которые функционировали по маршруту прохождения Алсиба. Мы также участвуем в этом проекте очень плотно, что называется. В этом году уже второй год, как прилетал большой такой летательный аппарат, один из самых больших в мире вертолетов, и он прилетал по тем аэропортам, которые были в этом задействованы. Наши энтузиасты, поисковики участвовали в поисках тех самолетов, которые потерпели крушение. Были, конечно же, найдены некоторые фрагменты самолетов. Есть желание, и мы обязательно это будем делать и заниматься этим. Наше отделение непосредственно, мы хотим изучать запасные аэропорты Алсиба, которые были задействованы также помимо основных аэропортов. Этот аэропорт Добролета, вот рядом с Улу в Валдамском районе. Есть также запасной аэропорт Чаранг, это недалеко от Исита, где река Лена. Также есть вот такие аэропорты, они разбросаны по всей нашей бескрайней республике. И, конечно же, было бы интересно, изучив их, потом понять, как их можно использовать, потом, может быть, в каких-то туристических целях или каких-то еще познавательных, или во время каких-то путешествий. Проект изучения аэропорта Алсиба, она очень, конечно же, интересна. И там очень много работы было проведено нашими мекконскими коллегами, членами нашего общества. На территории Мекконского района в селе Томтор сохранились те здания, которые были построены как аэропорт Алсиба. И мы сейчас, конечно, изучаем этот вопрос. Я думаю, что было бы хорошо именно вот в этом аэропорту сделать музей под открытым небом, посвященный Алсибу. У нас идет очень интересное сотрудничество с нашими попечителями. И одним из таких проектов является проект «Ветер странствий», когда наш партнер ФПК «Якутия» разливает воду под таким названием «Ветер странствий». И он же, конечно же, вот по реализации этой продукции мы будем совместно продвигать его. И, соответственно, наш такой один крупнейший производитель пищевых продуктов в нашей республике таким образом вот помогает нашему отделению. Я бы хотел выразить, конечно, благодарность нашим попечителям. Наш попечительский совет возглавляет глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев. И те попечители, которые нам всегда идут навстречу, помогают, оказывают очень большую помощь нам. И мы, конечно же, вот, работая в попечительском совете, чувствуем большую поддержку. Ну, самую большую помощь, конечно же, оказывает нам наш попечитель компании «Алрос». Большая работа, которая проводится в нашем отделении, она проводится на общественных началах. И все наши члены, те общественники, которые имеют очень активную жизненную позицию, которые продвигают идеи по экспедициям, по просветительским, образовательным проектам, и те люди, которые в этом участвуют, что называется, от всей своей души. Я бы хотел всех поблагодарить, сказать о том, что отделение без этих ярких и активных людей, конечно же, бы не смогло сделать то, что сейчас делает. В планах у нас очень много мероприятий, которые мы будем
также совместно с нашими, конечно же, партнерами реализовывать. Я призываю всех присоединяться, не только членов нашего отделения, а всех желающих, активных людей присоединиться к нашим мероприятиям, потому что эти те мероприятия, которые мы проводим, они всегда направлены на привлечение большого количества участников, на привлечение внимания общественности к истории нашего государства, нашей республики, к его самобытной культуре, к тем актуальным научным и общественным вызовам, которые стоят перед нами, в целом перед обществом. Более подробно о совместной работе нашего проекта «Пути великих свершений» с Якутским региональным отделением Русского географического общества вы можете прочитать на нашем сайте. А теперь мы расскажем вам о нашем постоянном партнере, акционерном обществе «Тавтодор», возглавляемый Иваном Ивановичем Бочоним. Витюкня, меня там Охотин Андрей, мента «Тавтодорга», главный механизм «Веливин». Был в беге агасоединиться техника «Ловод», эксплуатационный участок на тяжелый автогрейдер ДЗ-98. Игель, асфальт, плетигер, пневмашинный каток, он на ресайклер, стабилизатор грунта нет, «Ловод». XSMG маркалар. Он на фронтальный погрузчик Чанли. Он тогда из автосамосвал шахманул бы под, бирин боял отдал бы под, и китим был на катайга под заказ, альфа лизинг на него был вот. Он кай бит и кудук он галдар, блин, завака сбор конторар, ноябрь ига вестеха баранкасен акталаган тата алахтахпыт. Кытай техниката бидеган айынна ген. Автобуста хачысы да түгер, материал да түгер, уғыны елях. Онын техникалар бұд тұпсандар білебет елях болдың ген бағат. И в конце нашей передачи выражаем свою искреннюю благодарность Якутскому региональному отделению Русского географического общества в лице Горохова Александра Васильевича и нашего партнера акционерного общества «Тавтодор» в лице Бочонина Ивана Ивановича за всестороннюю поддержку и помощь нашему проекту «Пути великих свершений».